В этом году отремонтированы тротуары более чем на 40 улицах Иваново. Где-то их сделали частично, где-то полностью. Совсем недавно завершен ремонт пешеходных дорожек на Комсомольской улице и в пограничном переулке. Площадь отремонтированных участков – 1500 квадратных метров. Стоимость этих работ составила 1 000 000 рублей. Всего же в этом году на ремонт тротуаров направили 75 миллионов рублей. Тротуары не ремонтировались уже не одно десятилетие. В этой связи есть планы продолжить эту работу на следующий год. В этом году мы специально принимаем работы в дождливую погоду, чтобы выявить имеющиеся, если они имеются, недостатки, для того, чтобы предъявить их подрядчику. Вот здесь мы посмотрели, что тротуар сделан качественно.